С декабря региональная немецкая национально-культурная автономия Крыма начнет реализацию проекта «Народная дипломатия». Как рассказал ее председатель Юрий Гемпель, организация выиграла президентский грант на осуществление соответствующего проекта. Грант предусматривает пребывание здесь, у нас в Крыму, на наших мероприятиях большой делегации из Германии, поскольку мы на сегодняшний день поддерживаем связь с соотечественниками, которые ранее выехали в Германию, и, конечно же, с другими общественными объединениями Германии, которые охотно откликаются на наши предложения по реализации подобных проектов. По мнению Юрия Гемпеля, проект «Народная дипломатия» позволит донести до населения европейских стран правдивую информацию о жизни республики.